В Русском драматическом театре премьера. 22 июня чебоксарцы и гости столицы увидят новую постановку режиссера из Екатеринбурга Сергея Юнганса «Мой бедный Марат». Трогательная история любви, рассказанная драматургом Алексеем Арбузовым, заставит задуматься. Вместе с героями зрителю придется ответить на сложные вопросы. Кто кузнец своего счастья? До какой степени нужно жертвовать собой ради других? Можно ли построить счастливую жизнь на чужом несчастье? В творческом тандеме с режиссером Сергеем Юнгансом не в первый раз работают сценограф Иван Мальгин, художник по костюмам Елена Черкова и хореограф Ирина Гаврилова. И декорации, и костюмы, и предметы реквизита достаточно условны, но тем интереснее постановка.